фестиваль, который дал возможность собраться лучшим бойцам России, Беларуси, Украины, Польши. Конкретно под это мероприятие были написаны правила, которые максимально были объективны по отношению к каждой стране участникам. Зачем ты взял виновного? Не думай головой, я думаю, понимаешь? Ой, там мене все так трусить, тому що я дуже насправді переживаю, так як це є дуже жорстка така справа. Це є не постановочні бої, це все по-справжньому. Травма була серйозна. Больной зашинирован для транспортировки на расстояние 200 км и даже больше, он готов. Виноват, в первую очередь, тот, кто ее получил. Это неподогнанное снаряжение, недостаточная подготовка. Нет, конечно, никто не застрахован. Мы все стараемся работать гуманно, но просто специфика нашего спорта такова, что травмы возможны. Естественно, каждый представляет себя на месте человека, и поэтому старается не наносить травму специально. Это нормально, просто рассечение. Все, что связано с развитием духа и тела, там касается стрельбы из лука. Здесь у нас в Европе, в СНГ, этого очень, очень мало. Мы реконструируем тот тип стрельбы, который был именно в древности. Раз, когда я приезжаю на фестивали, я отключаюсь полностью от всех своих проблем, забот. Я просто живу этой жизнью, которая тут. Но мы проиграли здесь, но думаю, что всем понравилось, как мы воевали.